Как разнообразен и интересен мир читателя. В один миг он может перенестись на просторы доселе неизвестной ни одной живой душе, героям, с которыми можно пережить волнующие мгновения. Ведь каждая новая книга – это совершенно новый мир. Теперь поделиться впечатлениями от своих любимых произведений и провести время с единомышленниками удалось всем желающим в свободном пространстве «Циферблат». 3 марта известен как Всемирный день писателя. По этому случаю была организована встреча буккроссинга. К сожалению, чтение теряет свою популярность с каждым годом. И чтобы заинтересовать молодое поколение и открыть их сердца навстречу книгам, проводятся такие тематические встречи. Люди, наверное, более какими-то инфантильными становятся. То есть вот эти все планшеты, гаджеты и все прочее. Наверное, это как-то эти медиа, они больше народ завлекают. Вот цель моего проекта была как раз-таки в этом, в том, чтобы как возможно больше привлечь людей, ну, жителей Казани, к чтению, к литературе. И стараемся это все делать, ну, в интересном формате. Если чтением и увлекаются, то уже в другом виде. Благодаря информатизации, глобализации, молодежь стремительно адаптируется к новым условиям. Теперь у них свое представление идеального читателя. Бумажные книги, они от цвета портятся, желтеют, там, ломаются, рвутся. Это... Если у тебя электронная книга сломалась, ты можешь просто с флешки перекинуть на новую книгу, и твоя библиотека в целости и сохранности всегда. Буккроссинг отныне немолчаливая стопка книг, ждущая вашего внимания. Это приятные посиделки книголюбов. Сюда приносят любимые произведения и делятся не только впечатлениями, но и книгами. Ведь таким образом можно помочь другим открыть завесу литературного мира. Книгу называют другом. Это действительно так. Она хранит в себе историю, размышления о смысле жизни и ответы на вечные вопросы. Достаточно только ее открыть. Культурно провели время за книжками Александра Волкова, Ленардо Влетьяров, Универньюз.